Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И коротко о том, какая нас с вами сегодня ожидает погода. В Карачаево-Черкесии местами слабый дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. А днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. В горах ночью минус 2, плюс 3 градуса. А днем столбик термометра поднимется до плюс 10. В Черкесске ночью слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. Немногим людям дается талант художника, искусство изображения мира посредством кисти и красок, способность оживлять все, что нас окружает, увидеть момент прекрасного во всем. Художник Валентина Аджиева принадлежит к числу тех немногих людей, которых природа наградила истинным талантом. Об одаренном художнике в материале Беллы Джазаевой. Валентина Аджиева родом из одного из самых живописных мест нашей республики – аула Нижняя Тиберда. То, что она умеет рисовать, окружающие, да и сама Валя знала еще в школе. Оформление стен газет, плакатов и все, что связано с этой деятельностью, непременно поручалось только ей. И все же в том, что у нее действительно есть талант художника, девушка убедилась только после того, как окончила художественно-графический факультет Карачаево-Черкесского педагогического института. Мне все нравится попробовать. Я пробую во всех направлениях, во всех жанрах. Вот пока сказать, что вот это мое, я не могу, но это решать другим. Вот что больше получается, то и... Работы Валентины Аджиевой проникнуты тонким лиризмом. Ее пейзажи знакомят нас в одном случае с такими уголками Карачаево-Черкесии, где никто из нас не бывал, а в другом – с самыми обычными, которые мы видим каждый день. Что-то понравилось, что-то, допустим, лужа понравилась, а от лужи пошло уже, пейзаж пошел. То есть по-разному бывает. Бывает какая-нибудь музыка захотелось что-нибудь такое сделать. Бывают какие-то впечатления уже с поездки. Вот мы очень все любим Махар. Вот почему? Потому что там людей нет, мало точнее. И вот это так настолько красиво, что хочется работать. То есть любой вот такой всплеск какой-нибудь эмоциональный дает тему для картины. Конечно, в коллекции художника Валентина Аджиевой помимо пейзажа присутствуют разножанровые картины. Но все без исключения картины этого мастера отличаются отточенностью деталей. Хочется, чтобы получилось так, соперничать с природой мы не можем никак, но вот хочется, вот пытаешься что-то делать. А так каких-то карьерных этих нас не интересует, скорее всего, художников, а скорее творческие, добиться каких-то, в новых каких-то жанрах, вот как говорите, попробовать себя. Очень хочу что-нибудь тематическое сделать, там уж как получится. Манера художника Валентины Аджиевой отличается своеобразием. Исключительно живописными средствами она достигает не только тончайших нюансов настроения, но и гибкой психологичности картин. И этим они близки каждому зрителю. Белла Джазаева, Аслан Баташев, Вести Карачаево-Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» с Ашимизом Пхешховым смотрите в 11:45. Я желаю вам хорошего продолжения дня. До встречи!